Это вот дымки, но это не наши. Это покупные. Вот купили рубероид. Сейчас ремонт. Всегда есть что снять. Это привезли. Так помыть. Вот у нас еще розы цветут еще. Это на грядке капусточка. А вон баклажанчики у нас висят там. Вон там моего. Черноплодки у нас. Ну, можно пропустить все, но не сентябрьский лес. Да, поход за грибами не получился. Ну, а что снимать пустое ведро? А это вот... Вот вышел не с утра, а вот... Вот он. Все. Вот начало есть. Ну, это я срывать не буду. Ну, тут бобры проработали. То есть грибы есть на самом деле, все есть. Да, мне некогда, надо далеко идти, а я вот плохо чувствую, ну, давление никак не регулируется. Это можешь видеть, нет, это сентябрь. Ну что, время, наверное, 3 часа, я просто вышел после погулять. У нас вот так вот тут все организовано. Бобрики тут ползают. Они сейчас спят. Утром они, блин, ну, их можно застать. Пока сад доедешь туда-сюда. Вот так все это выглядит. Нет, дождей неделю не было. Какие грибы? А для чего клетку поставили? Не понял. Ну, когда ты здесь купался? Сейчас просто так вот любуемся природой. В душу окачусь. Рыба тут есть. Но я уже 2 года не рыбачил. А так замечательно. Грибы вот. Я не за грибами вышел. Я говорю, ну смотрите, сядя, кто с грибами ходит тут утром. Они какие-то там не совсем. Ну, посмотрим. А я споры на участок выкину. Пусть у меня около дома растут. А так вот тут вот все замечательно. Бревнышко положили это. Оттуда на тот берег ходить там. Черника, голубика. Ну не так много, как где-то там. Но тоже у нас есть. У нас вот так вот на березах вот перекладину прибили.
спортом занимаюсь. Замечательно выглядит. Да, и вот там, и там грибы. А это вот озера.